Знаете, кажется, что чего-то не хватает парку Гагарина. Я вот сейчас немножко прогулялся здесь, и совсем никого нет. 2-3 человека вот сейчас по всему парку. Хотя сегодня воскресенье, и уже такое послеобеденное время. И все заросшее такое немножко. Я думаю, что просто, наверное, не хватает чего-то, чтобы привлекало сюда людей. Вот даже мне не особенно хотелось сюда идти, хотя здесь приятно достаточно. В том плане, что птички поют, и такое место само по себе вроде бы его и обустроили, обиходили. Ну, правда, вот ну, траву не выстригают вовремя. И он совершенно пустой. И вот там, видите, забор. Там еще треть такой же территории сейчас делают точно в таком же стиле. То есть он будет весь примерно вот в таких дорожках, в красивых таких столбах освещения, фонарях. Но какой, вот, например, какой резон мне сюда с ребенком ехать, если здесь вообще пусто? Здесь нету ничего, где бы мог ребенок, ну, как-то время провести интересно. Планируют строить здесь такой мини, не знаю, как это назвать, игровой центр. Но пока там вообще тишина, не видно никаких работ. Все такие, ну, отдельно стоящие небольшие павильончики, они все позакрыты, видимо, за отсутствием спроса. Не знаю, не хватает, мне кажется, какой-то идеи здесь, в этом парке, иначе он так и не оживет. Зимой здесь было здорово, потому что сделали такой парк, и можно было и на коньках кататься здесь. Такой городок зимний был. А летом, может быть, вы подскажете, может, я чего-то не понимаю. Но мне сюда не особенно хочется приезжать гулять, хотя место само по себе, ну, новое, относительно новое для нас, да, для хабаровчан, потому что здесь недавно совершенно сделали реставрацию. Все вроде бы красиво, и видно, что вложено немало сил и средств, но чего-то не хватает для того, чтобы люди еще полюбили.